10-й пятилетке значительно вырос вклад ленинградцев в развитие энергетики страны. Досрочно поставлено оборудование для Усть-Илимской, Нурекской, Зейской ГЭС, многих атомных электростанций. Объединение «Ленинградский металлический завод». Здесь изготовлено и подготовлено к отправке 5-е рабочее колесо для Саяно-Шушенской ГЭС. В нынешнем году на металлическом будут изготовлены еще 2 рабочих колеса для этой станции. Во всех цехах, на всех участках объединения развернулось социалистическое соревнование за достойную встречу 26-го съезда КПСС. В числе тех, кто показывает пример ударного труда, сварщики Николай Алексеевич Маков и Валентин Дмитриевич Исаков. Пятое рабочее колесо начинает свой путь с берегов Невы на берега Енисея. Турбостроители металлического делом отвечают на призыв партии ударным трудом ознаменовать последний год 10-й пятилетки, с честью встретить предстоящий партийный съезд.